Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. «АвтоВАЗ» ищет в Китае поставщика автоматических коробок передач. По неофициальным сведениям, на данном этапе с Волжским автозаводом готовы сотрудничать три компании из Поднебесной. Речь идет как о классических автоматах, так и о трансмиссиях вариаторного типа. Надо заметить, что большинство китайских производителей трансмиссий работают по лицензиям зарубежных концернов. Якобы тольяттинское предприятие нацелено на адаптацию под наши условия европейских коробок. Они появятся на всех моделях «Лады», исключая «Ниву Legend» и «Ниву Travel». Трасса 101. В России для заказа стал доступен китайский электрический лифтбэк «Зикр 001». Марка принадлежит компании «Джили». Цены на новинку начинаются почти от 6 миллионов рублей. Электрокар уже дважды был занесен в Книгу рекордов Гиннесса за лучшие скоростные показатели. Оснащается он двумя электромоторами с суммарной мощностью почти 550 лошадиных сил. Привод полный. Разгон до сотни занимает чуть менее 4 секунд. На одном заряде можно проехать 600 с лишним километров. Трасса 101. 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительского удостоверения на 1,5 года. Стандартное наказание за нетрезвое вождение или отказ от освидетельствования. Столкнулась с этим и жительница российской столицы, которой, однако, спустя несколько месяцев удалось вернуть права по решению Верховного суда. Высшая судебная инстанция обратила внимание на нюансы, допущенные инспектором ДПС при составлении протокола. Документ он пытался исправить, время остановки и оформления не совпадало. Все это было истолковано в пользу подозреваемой. Трасса 101. В Индии в продажу поступил легковой автомобиль, который может считаться одним из самых дешевых в мире. Maruti Suzuki Alto K10 третьего поколения обойдется в переводе на рубли минимум в 295 тысяч. По размерам машина сопоставима с Deo Matiz. В начальной комплектации там, конечно, ничего примечательного нет, но за доплату доступны кондиционер, электрические стеклоподъемники, ABS, две подушки безопасности, мультимедийная система и другие опции. За все эти прелести, правда, придется отдать примерно еще одну начальную цену модели. Трасса 101. Американские специалисты опровергли миф о том, что автомобили белого цвета в жару нагреваются намного меньше. Эксперимент проводился в солнечный день при температуре окружающего воздуха плюс 25 градусов Цельсия. Оказалось, что спустя час в машине черного цвета столбик термометра поднялся до 43 градусов выше нуля, а в светлом авто до плюс 40. Разница небольшая. Все это делалось в том числе для того, чтобы напомнить автомобилистам, в жару детей в машине одних оставлять нельзя. Кстати, в России предусмотрен штраф 500 рублей за оставление в автомобиле ребенка возрастом до 7 лет на промежуток времени более 5 минут. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».